Другим тем давайте перейдем. Важные перестановки в Кремле. Сергей Иванов освобожден от должности главы администрации президента. Владимир Путин встретился сегодня с ним, а также с его преемником. Теперь Иванов – специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Кстати, последние 5 лет он возглавляет как раз совет центра по изучению и сохранению популяции леопардов, наблюдательный совет. В новой должности он сохранил место в Совете Безопасности России. Владимир Путин отметил, что был доволен его работой. По словам президента, Иванов сам попросил перевести его на другую работу. Я абсолютно убежден. В начале 2012 года у нас был с вами разговор, где я просил доверить мне этот очень сложный, конечно, можно сказать, даже хлопотный участок работы в течение 4 лет. Так получилось, что я был главой администрации президента 4 года 8 месяцев. Я недавно поинтересовался историей. Администрация президента исполнилась 25 лет. Я уже 11-й глава администрации был. И, к своему удивлению, обнаружил, что я рекордсмен. Я проработал на этой должности 4 года 8 месяцев. Буду стараться работать также активно, динамично и, самое главное, результативно на новом участке работы. Теперь глава администрации президента Антон Вайна. Ранее он был замом руководителем. Президент рассчитывает, что под управлением Вайна работа администрации Кремля будет эффективной. Успехов на новом участке, на работу. Надеюсь, что вы будете работать эффективно, профессионально, энергично. Надеюсь, что и вы сделаете все для того, чтобы работа администрации была так же, как и прежде, эффективной, чтобы она была осуществлялась на высоком профессиональном уровне, чтобы здесь в этой работе было как можно меньше пустого бюрократизма. Антон Вайна, 44, есть жена и сын. Он родился в Таллине. В 96-м окончил факультет международных отношений МГИМО в Москве. В 90-е работал в посольстве России в Токио. В 2000-е перешел в управление протокола президента. Ну а далее в аппарат правительства и замглавы администрации. Он был с мая 2012 года. Считаю основной задачей администрации обеспечение вашей деятельности как главы государства. Это касается законопроектной работы, контрольной функции за исполнением ваших указов и распоряжений, в том числе майских указов. Важное значение имеет аналитическая работа, проводимая в администрации по мониторингу и оценке внутриполитических процессов, социально-экономических вопросов, событий на международной арене.